С 1 февраля вход на территорию крымских заповедников, входящих в структуру Федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедный Крым», становится платным. Стоимость посещения – 150 рублей. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на директора бюджетного учреждения «Заповедный Крым» Андрея Бородина. По словам руководителя комплекса особо охраняемой природной территории федерального значения, на территории полуострова бесплатным вход в заповедники будет оставаться для тех жителей полуострова, у которых при себе во время прогулок по маршрутам будут в наличии документы, подтверждающие регистрацию. Платное посещение рассчитано в первую очередь на туристов из других регионов России. Собранные средства будут направлены на создание и ремонт инфраструктуры, а также на уборку территории заповедников. Кроме того, для крымчан, живущих на границе с заповедниками, будут предусмотрены отдельные долгосрочные пропуска.